Добрый день. 3 часа по Москве. И мы начинаем марафон, посвященный... Здравствуйте, всем здравствуйте. Посвященный Пасхе. Предпасхальная неделя, последняя перед Пасхой. И мы решили с Катей нарисовать, запустить марафон, да, в котором мы будем рисовать. И потом в программе Photoshop сделаем с вами замечательные салфеточки. И наш спонсор Кунжут их напечатает для победителя. Сегодня давайте еще буквально 2 минуты подождем. Вы пока напишите мне, пожалуйста, как меня видно, слышно. Да, потому что я, когда начнем рисовать, я отключу комментарии. Буквально 2 минуты еще ждем и начинаем творить. Начнем мы с вами с зайцев, с кроликов. Видно и слышно, отлично. Спасибо, Юля. Ну, хорошо. Я думаю, что все, кто хотел, уже смогли присоединиться. Те, кто не смог, тот посмотрит в записи или еще как-нибудь. Или попозже присоединится. А мы начнем с вами рисовать. Рисуем акварелью. Да, сильно усердствовать, выписывать тут разные всякие детали мы не будем. Но сегодня все 5 элементов, которые у нас есть. Так, отключаю комментарии, дорогие мои. Все, мы сегодня нарисуем. Вот у нас будут 2 зайчика такие, 2 яичка и веточка вербы. Вот они у меня на отдельных кусочках бумаги. Начнем с зайчика. У меня такая к вам просьба. Да, вы, пожалуйста, то есть рисуем мы 5 элементов. Но если по цветам вы, например, хотите яйца сделать зеленого там и красного цвета, или серо-бурмалинового в крапинку, пожалуйста, делайте такими цветами, как вам хочется. Да? А я буду, соответственно, рисовать так, как мне хочется. Главное, чтобы у нас были одинаковые нарисованные элементы, чтобы мы потом смогли честно выбрать победителя, да, чтобы все рисовали одно и то же, все делали одно и то же в фотошопе. И нам будет проще. Так, ну давайте. Я решила, что у меня зайчики будут серенькие. Немножечко. Так, вот этого зайца я сейчас закрою, чтобы на него ничего не капало случайно. И зайчишка у нас первый пошел. Я на мокрую кисточку набрала сразу краску, разбавленную сильно водой. И сейчас мы пройдемся. Вообще заяц, кроме ушка и вот внутренней части уха и глазика, он у нас будет серого цвета, поэтому я сейчас немножечко ушко ему розовым затонирую. И дальше можно будет работать с серым цветом. Вот так, чтобы было видно. А глазик черненький, если у кого-то есть
даже гелевая ручка, да, или линер, то можно сделать именно им, чтобы не заморачиваться с краской. Ну или краской. В общем, все равно. Вообще, я хочу сказать, что когда я рисую что-то именно для дальнейшего использования в паттернах, я для себя уже поняла, что надо рисовать чем проще, тем лучше и быстрее. То есть можно, конечно, заморочиться и по всем канонам ботанической живописи многослойной нарисовать. Это, конечно, красиво, замечательно, но если вы специализируетесь исключительно на паттернах, то это будет очень очень затратно по времени. Поэтому я теперь стараюсь минимализировать свои временные затраты в части создания рисунка акварельного. Нужно намочить бумажку, да, и тогда будет краска растекаться самостоятельно, а мы только ей поможем в этом, растаскивая кисточкой ее в те места, куда нужно. Такой чудесный зайчишка. Так, вот смотрите, кому кажется очень большим сразу заливать целиком кролика, зайчика, да, можно делать это частями, но только старайтесь работать поактивнее кисточкой, пока не высохла вода на бумаге, иначе потом у вас будут некрасивые заломы на бумаге, и их уже потом ничем не исправить на самом деле. Поэтому акварель все-таки такая краска, которая не прощает ошибок. Ну и тут тем более, что мы с вами сейчас работаем не в технике многослойной акварели, а и не будет у нас возможности каким-то вторым, третьим слоем что-то закрасить и исправить. Поэтому работаем достаточно быстро. Можно немножечко сюда ему на грудку добавить голубого оттеночка, так чтобы
Тут за лапкой, под лапкой тенька у нас будет. Здесь тоже добавим. Немножко тени. Лишнюю воду или краску с кисточки можно промокнуть об бумажную салфетку, полотенце, как вам удобнее. Но это, в общем, такой незаменимый инструмент в работе художника. Не всегда, потому что удается угадать количество воды или краски на кисти, поэтому излишки мы вытираем. Так, вот уже крольчишка наш какие-то свои черты обретает. Ну, детали какие-то, не какие-то, а усы, например, да, можно нарисовать тоже или фломастером, или линером, или даже гелевой ручкой. У кого что есть под рукой. Так, хорошо. Так, давайте сейчас я ему глазик нарисую. Я это буду делать линером.
УАЗиком как-то уже повеселее стало. Так, носик моему тоже розовеньким сделаем. Так. И остались лапки и хвостик. Вот эту лапку мы сделаем потемнее немножечко. Будет посветлее. Так. Так, еще у нас с вами одна лапка есть, которая вот здесь вот выглядывает под брюшком. Ее рисуем. И хвостик. Немножечко по контуру можно тоненькой краешком кисточки пройтись, чтобы усилить края нашего ролечка. Так, старайтесь аккуратно.
Можно даже по краешку немножечко имитацию шерстки ему сделать, если хотите. Так, вот один кроличек у нас уже с вами нарисовался. Нужно приступать ко второму. И я сначала ему глазки нарисую, потому что у него будет очень тонкий линер. Сейчас я возьму потолще. Большой блик мастер. Носик розовеньким нарисуем. И ушки тоже розовеньким. Достаточно. Если вы нарисовали краской глаза, ну неважно, даже если вы нарисовали линером или ручкой, вот сейчас, когда вы мочите бумагу, старайтесь не приближаться очень прямо к краю глаза, потому что может от воды потечь и краска, и линер, и ручка. Поэтому лучше немножечко не доходить и дальше потом закрасите аккуратненько.
Так, аккуратненько. Здесь между ушками потемнее сделаем. Надо было нам что-то мы не сообразили. Надо было еще и детей сюда позвать, просто чтобы порисовали. Это, мне кажется, как раз та самая тема, которую можно и с детьми рисовать. Тем более сейчас, когда многие остались дома на карантине с детьми, не знают порой, чем их занять. Ну, поскольку эфир будет сохранен, у вас есть возможность садить детей в другое время, порисовать. Мне на самом деле эти кролики напомнили кроликов из моего детства. У нас была дача в Купавне. И у бабушки были кролики. И потом, когда мои родители ушли на пенсию, они поселились на даче и развели там целое хозяйство. У них были куры, кролики, козочек мама завела. И вот кролики. Получается так, что и в детстве у меня были, и в юности. Очень, конечно, позитивные животные. Вот я сюда немножечко на грудку ему голубенькую ультрамарина добавила. Так, совсем прям чуть-чуть. Просто оттенить.
Вот хочу сказать тем, кто рисует со мной по выходным ботаническую акварель. Когда я рисую непосредственно эскизы непосредственно для паттернов, то я зачастую не пользуюсь хорошей бумагой. Ну, мне ее реально жалко на самом деле. Ну, и в том случае, конечно, если я не задумываю что-то делать, опять-таки в стиле ботанической акварели, которая требует хорошей бумаги исключительно. А если делать что-то, вот как мы сегодня делаем с вами, рисуем, да, не с проработкой деталей, то бумагу можно выбирать попроще и, соответственно, подешевле. А так, конечно, в любом случае в акварели главное материалом выступает бумага. Я в своих постах недавно как раз рассказывала про характеристику бумаги. Кому интересно, может почитать. И размеры, вот я хочу сказать, что когда вы рисуете что-то исключительно для того, чтобы дальше использовать в паттернах, или, скажем так, в какой-то дальше вы будете в цифровом варианте это использовать, да? Неважно, что вы сделаете, открытки из своих рисунков, на ткани напечатаете, там, я не знаю, на чем-то еще. Совсем не обязательно рисовать в большом формате, совсем не обязательно использовать, опять-таки, дорогую, хорошую бумагу, ну, за исключением тех случаев, когда это все равно ботаническая акварель будет. Поэтому я, кстати, как-то так начала сразу с места в карьер и по привычке, что со мной рисуют все те же люди, которые меня уже знают. А сегодня есть те, кто пришли впервые. Давайте я немножечко пару слов буквально скажу, что я вообще художник-ботаник. Я рисую, пишу картины акварели в серии ботанической живописи. Это мое основное направление, которое меня уже, от которого потом уже я ушла и в паттерны. И мне это очень нравится. И, собственно говоря, смогла я это все делать благодаря Кате Чайковской. Катя, привет тебе. Я у нее училась фотошопу.
И сейчас пытаюсь осваивать, хоть медленно, но верно, пытаюсь осваивать иллюстратор. Но пока работаю в фотошопе. Вот. Так что... Жизнь и творчество ботанического художника не ограничивается исключительно акварелью. Каждый, конечно, для себя выбирает, но вот я выбрала это. Для себя сделала выбор и абсолютно не жалею. Очень мне хочется развивать эту тему, и уже на самом деле я даже созрела до курса по паттернам. Мне есть что рассказать, мне есть что сказать, мне есть чем поделиться с теми, кто тоже хочет освоить эту тему. Так что вот я сейчас в процессе как раз записи этого курса. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу его представить. Так. Ну вот, второй заяц почти готов. Я бы еще немножко вот здесь мордашку ему усилила. Но еще раз хочу сказать, что поскольку мы это будем использовать для дальнейшего перекладывания на текстиль, да, в данном случае, то особо тут вырисовывать, я думаю, ничего не стоит. Чем быстрее, тем проще, тем лучше. В данном случае.
Так, надо будет ему еще ротик нарисовать, но ротик нарисуем, когда высохнет. Немножечко. Так. И, наверное, ушки чуть-чуть. По-моему, прекрасно получилось. Так, здесь нам осталось дорисовать ему ротик. Так, все, я откладываю это дело. И сейчас, да, ротик и усы мы ему нарисуем чуть позже. А сейчас мы будем рисовать яйца и вербу. У нас с вами осталось 17 минут. Давайте начнем с вербы. С яйцами тут все просто. Верба. Сначала мы с вами вот нашу тоненькую веточку пройдемся по ней водичкой. Чистой водой. И пока у нас не высохло, накладываем коричневую краску. Это у нас с вами веточка. Так, веточку мы с вами нарисовали. Можно немножко ее оттенить серыми штришками. Ну так, чисто. Номинально. Дальше вербу сами цветочки, да, вербы
Я подумала, что ее можно сделать. Все-таки она такая светлая, какая-то серая, немножечко с отливом золотистым. Поэтому я сначала накладываю этот цвет. У меня неаполитанское желтое. Такой он между охрой и желтым. И потом уже вот так вот обвести саму макушечку и серым сверху. Вот в данном случае, чем вы больше смочите бумагу, тем у вас будет лучше эффект растекания краски. Вот тут как раз очень хорошо видно и очень хорошо получается. Так, делаем мы, вот когда соприкасаются у нас эти наши вербные пушистики друг с другом, мы рисуем в шахматном порядке, чтобы не соприкасались, вода не забегала с одной детали на другую, и не соприкасались они именно этими водными краями. Вот так, видите, я вот здесь оставила один наверху, я вот здесь оставила. Иду дальше к следующему, который у меня поодиночке. Я их смачиваю. Потом накладываю светлую краску. И тут же серую. И вот видите, краска у вас самостоятельно растекается, и дайте ей растечься, не трогайте ее. Она дает очень хороший в данном случае эффект, и как раз тем самым помогая нам и экономя наше же с вами время. Количество краски вы стараетесь регулировать самостоятельно. Если вдруг чувствуете, что воды мало, подсохло, вот тогда можно уже краешком кисточки помочь краске растекаться дальше, направив ее в нужную сторону. Вот здесь у нас за веточкой. Вот
Обратите внимание, с двух сторон ветку не закрашиваем. И вот этот нижний, и переходим к двум верхним нашим цветочкам. Я просто хочу успеть показать вам хотя бы одно яйцо. Вот, вербу сделали. Давайте я покажу вам яйцо. Две эти штучки, тогда вы дорисуете сами принцип понятия. Вот так переверну, чтобы не смазать. Берем большую кисточку, смачиваем яйцо. Яйца, кстати говоря, хотите, сделайте просто разноцветные, хотите, сделайте с рисунком, хотите, сделайте с вкраплениями. Вот это уже тоже на ваше усмотрение. Вот смотрите, как следует, увлажнили воду. Ну, посмотрите, у кого какая бумага, потому что некоторые бумага не... Если у вас тонкая бумага, она очень много воды тоже не выдержит. Вот у меня, пожалуй, будет одно яйцо голубое, одно розовое. И вот мы с вами вот так по краешку сначала проводим. Вот. Если сильно хорошо увлажнили, то у вас краска будет даже сама растекаться. И потом вы ей можете еще добавить немножко воды. И просто с этой водой и с краской, которая у вас хорошо ложится, поиграть. С одной стороны у вас, ну, может быть, темнее. Другой светлее. Вот так. Только смотрите, чтобы затеков не было. Хотя, конечно, в фотошопе потом можно будет это подправить. Ну вот, а когда, сейчас объясню вам, когда у вас высохнет это ваше яйцо, совсем будет сухое, то тогда вы можете уже по-сухому наложить другим цветом рисунок или просто сухой кистью крапинки сделать. Вот сейчас покажу на другом яйце, как это можно сделать. Крапинки. Просто сухой, чуть-чуть. Смачиваете, наносите на кисть краску и вот такими движениями, да, можете нанести крапинки. У вас будет такое яйцо, как перепелиное. Кто, кстати говоря, кто рисовал гранатовое сердце со мной, тот помнит. Мы так делали эффект кожуры граната. Только делайте это после того, как вы нанесете основной цвет. Вот так вот и с цветом у вас. Или можете нарисовать какие-то листики, какие-то, ну, все что угодно. Звездочки, цветочки на этом яйце. То есть, как можно больше применяйте свою фантазию. Ну вот,
Что у нас получилось? У нас высох заяц, и мы можем ему нарисовать. Да, высох. Ротик. И усы. И брови. Вот так. Все, дорогие мои, теперь дорисовывайте, у вас будет время. Потом все это в эскате почистите в программе. А потом будем встречаться и уже колдовать над нашими салфетками праздничными, пасхальными. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам было интересно, вы нашли чем занять себя в карантине. Все, всего доброго, до новых встреч!